Установил одно крыло. Вот так уже смотрится. Бьюсь все с тормозами. Никак не могу победить один контур. Бежит и все, и бежит именно на тройничке. Новые тройнички взял. Обработка внутри не очень. Сейчас токарю увезу, чтобы он доделал. И вот на этих соединениях именно бежит. Ставлю лобовое стекло. Уплотнитель под лобовое Бирмач МТС-6960. Поставил лобовое стекло. Долго не мог разобраться, как вот эти поставить, изгибом вниз или изгибом вверх. Пока видео старое не посмотрел, как разбирал, потом поставил. Зажимы поставил, почистил их, отполировал. Все, лобовое стоит жестко. Поставил одну заднюю боковину. Сейчас покажу, на второй какие номера идут. Снизу на уплотнение идет резиновые 333-487. Что слева, что справа, но одинаково. Если посмотреть, вот такое с прорезью вставляется. Сейчас покажу. Вот в этот пазик, вот этой прорезью. Угол обводится. И также везде заводится в этот паз. Вот здесь вот уголок снизу вставляется вот такой резиновый. Здесь немножко подрезаю. Он в паз вот так вот вставляется. Номер этого уголка обрит парт 33-22-15. Их в комплекте идет 4 штуки. По 2 снизу и 2 сверху. Сюда прикручиваю кронштейны. Есть.
здесь у нас внизу на углу вот такое соединение стоит. А вот наверху у нас планка вставляется вот так вот. Затягиваю их и иду устанавливаю. И притягиваю. Время вечер. Провозился весь день, а сделал совсем чуть-чуть. Так, ну, остается мне теперь уплотнители сверху ложить. Уголки вторые вот куда вставляются. Одни снизу, вот они уголочки. А другие сверху. Ну, крепление по стойке спереди, в углу. И вот здесь на углу эти совместил, сдвинул. Здесь уплотнитель будет ставиться для двери. Добился все-таки я герметичности тормозной системы. Уровень стоит у меня максимальный уже 2 дня. Все соединения проверил, все сухо. Везде, где подтекало, сделал дополнительно шайбы. Проточил вот такие вот шайбочки медные. 8 на 5 можно было сделать 8 на 4, но на 4 миллиметра медной шайбы не нашел. Нашел 5 на 11, и токарь мне их проточил вот под такие размеры. И на тройничках, вот где бежала, я, получается, под низ положил. По идее, они не идут, но раньше тормозные системы так и собирались. Но конуса здесь дубликат, оригиналов нет, переходные всякие. И в 4 местах они у меня бежали, в том числе и сзади. Вот на этом соединении и сверху, и снизу тоже подтекало. Ну все, это, не смотрите, это подтек старый, не свежий. Ну, тормоза прокачал. И теперь я могу ставить крыло. Почему это крыло не ставил? Потому что вот с этим тройником занимался. Сейчас поставлю второе крыло и буду ставить уже крышу. С крышей тоже все оттягиваю, оттягиваю. Вот оно, правое крылышко. Беру его, устанавливаю.
вот здесь вот с торца два болта просто отверстия, а два болта прорези. Я сразу эти два болта наживляю и на них завожу, а эти уже потом подсовываю, прикручиваю, наживляю. Удобно сделано, не надо ловить там, пока рука трясется. А спереди вот к рамке радиатора крепятся вот эти места все. Ну а потом дальше уже под крылок крепится к траверсе. Ставлю. Вот и наживил крыло. А теперь его притягиваю. И можно будет уже капот поставить. Кронштейн, правда, у меня еще стойка капота не крашеная. Пока без нее поставлю, положу, закрою. Ставлю капот. Вот от фирмы Bridparts. Вот такие втулочки, которые в эти петли вставляются, и в них вставляется капот. Номер 346-849. Вот такая втулка с прорезью. Вот и капот установлен. Теперь с уплотнителями разберусь и замок отрегулирую. Чтобы крышу установить, вот уплотнитель на рамку лобового стекла идет клейки. Вот такой вот. Сейчас я его залезу, приклею. Номер его для заказа FAJ1020. А на задние боковые идут вот такие уплотнители. Вот такой вот профиль, они вставляются сверху. Это задняя левая сторона, номер 334-611. А правая сторона 334-610. Вот 610, это правая сторона. Вставляю уплотнители и накидываю на крышу. Вот так вот заправляю. И по итогу получается вот такая картинка. Сверху уже крыша ложится, притягивается, а здесь она
прижимается, герметично стоит. Также и с этой стороны. И в конце вот такой вот уголок резиновый, вот со второй стороны. Уплотнители установил, вот теперь крыша. Одному мне ее не поставить, тяжелая и объемная. Попрошу сейчас помощи, чтобы помогли. И устанавливаю. А так уже вот, вот такой вырисовывается. А дальше я уже ее подгоню сам. Чуть немножко не сухой здесь, или это? А оно движется. А, все, все. Это бочина прикручена. Ага. Ну все. Вот. В принципе. Вот так вот. Ну а теперь выравниваю и прикручиваю крышу. Так просто накинул ее. Но машина уже приобретает черты потихонечку. Крыло поставил, черты. Второе поставил, черты. Лобовое. И красивый автомобиль получается. Наживляю болты. Здесь, если память, все правильно, если помню, здесь 53 болта. Сначала все наживляю, выравниваю, а потом начинаю затягивать только. Рамки по лобовому выровнять, по боковинкам выровнять зазоры, чтобы нормальные были. Притягиваю.